По программе Ростуризма республика планирует получить из федерального бюджета почти 2 миллиарда рублей на создание туристского кластера «Чувашия сердце Волги». Срок реализации проекта 2019-2021 годы. Сегодня подписано соглашение между федеральным ведомством и правительством республики. Важность этого проекта вряд ли можно переоценить. Объектом реконструкции станет, по сути, территория, которую можно назвать речными воротами столицы. На этот год республика получит 500 миллионов рублей. Предполагается реконструировать Московскую набережную, Свято-Троицкого монастыря и Красную площадь. Оценивала качество заявок компетентная конкурсная комиссия из представителей Ростуризма, Министерства экономического развития, Министерства культуры, Общественной торгово-промышленной палат. План обновления обсуждался неоднократно. Над ним вместе со специалистами работали и чебоксарцы. Реализация проекта рассчитана на 4 года. В его рамках полностью изменится и территория вокруг залива.